Здравствуйте. Специалисты посчитали, сколько денег россияне потратят на Новый год. Среднестатистический россиянин израсходует на праздник 16 900 рублей. При этом большинство людей готовы отдать деньги на подарки себе любимым. Такие данные привела компания Deloitte в своем исследовании «Новый год и Рождество 2019». Специалисты написали о том, что в прошлом году граждане были готовы выделить на праздник 17 900 рублей. Таким образом, в этот раз многие решили скорректировать бюджет из-за своей неуверенности в экономике. В Перми прошел финал второго городского конкурса «Культурный прорыв в градостроительство». По техническому заданию конкурса школьники и студенты разрабатывали макет благоустройства сквера на пересечении улиц Екатерининской, Плеханова и Луначарского. Такое поручение сформулировал главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. В финал вышло 7 проектов. Проект благоустройства сквера уже разработан профессиональными дизайнерами и утвержден городской администрацией. Участникам конкурса предложили дополнить его своими идеями. В основном студенты и школьники придумали установить на территории арт-объекты или облагородить стену, которая отделяет прогулочную зону от проезжей части. Любопытно, потому что не так много работ показывают дети, которые бы были пространственные, архитектурные, градостроительные. Мы скажем о том, чего они сами не увидели в своих работах, и чем ценно, и как подходить. И что делать в следующий раз? Организатор конкурса – школа «Мастерград». Второй год подряд учебное заведение сотрудничает с городским департаментом градостроительства и предлагает студентам и школьникам Перми поучаствовать в жизни города. В прошлом году делали арт-объекты для набережной. В этом сквер. Мы стараемся, как вот уникальная школа, градостроительная школа, дать возможность школьникам города найти точку приложения своих сил. То есть, а что школьник может сделать для города. И вот здесь мы сейчас видим идеи, затем эти идеи, конечно же, мы представляем в департаменте, и если что-то вызывает интерес, то эти идеи реализуются. В этом году в конкурсе победили студенты Пермской академии живописи. Они предложили оформить стену сквера в стилистике калейдоскопа. Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации. Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в Сбербанке, у подавляющего большинства клиентов имеется дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами – по номеру телефона или карты. В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия. Краевые власти могут выкупить аэропорт в Березниках для санавиации и авиалесоохраны. Сейчас ведутся переговоры о возможности выкупа имущества аэропорта. Основная причина приобретения – необходимость улучшения инфраструктуры и доступности. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамья. Собственником аэропорта в Березниках является пермский бизнесмен Александр Флегинский. Напомню, в 2008 году имущественный комплекс был продан бизнесмену за 61 миллион 700 тысяч рублей. Бизнесмен планировал возродить пассажирские и грузовые перевозки, но из-за кризиса проект не был реализован. Курс доллара, установленный Центробанком, на 7 декабря составляет 66 рублей 73 копейки, курс евро – 75 рублей 60 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!